Всем привет, с вами Дэн и Демастер. Всем привет, ребята, с вами Демастер. Как и сегодня мы будем играть на сервере Crystalics в режим VAR. Костя сейчас мне все расскажет, что здесь делать, потому что я, как говорю, я пока начинаю только разведывать этот сервер. Сейчас узнаю, в принципе, что на этом мини-режиме делать. Давай, рассказывай, Костя. Ой, Денис, этот мини-режим, в отличие от прошлого, довольно-таки сложен, потому что здесь нужно драться с другими людьми, то есть как бы PvP. И здесь не такое уж и большое количество классов, но каждый класс имеет несколько способностей. У некоторых пассовых 3 активных способности, у некоторых 2 и куча разных пассивных. Я предлагаю поиграть на карте. А вот это что вот это? А, это карту здесь выбирать надо? Да, давай сначала поиграем на каком-нибудь небольшой карте, например. О боже, на... ты меня не слышишь там дракона сзади, у меня сзади дракон сзади. Не, да вот, да. БР каньон, заходи сюда. Это, короче, бомбинг кран. Нужно бомбу донести до вражеской базы. Заходи. А, то есть здесь еще разные эти, что ли? Да, разные режимы, доставка флага, бомбу, удержание точек. Да, блин, ты офигел, слишком классный сервер. Так, нажимай Shift, Shift нажимай, когда чтобы выбрать класс. Я тебе XP не дал, ё-моё, надо было тебе XP. Короче, когда ты стоишь на респавне команды, да? Да, ты уже зашел в этот во второй портал, да? А зачем их два здесь? А во второй это чтобы тебя раскидало в рандомную команду. Мы, кстати, с тобой в разных командах. Блин. Ты за красных, да, играешь? Да. Я за синих. Смотри, короче, на каждом твоем оружии, если на него наводить, стоп, там. Как будет... ты точно знаешь, за какого я играю? Потому что я не за. Я за синих, стой, ты за синих? Да, я ладно. В форме, все нормально. А, да, я вижу. Смотри, короче, ты сейчас за базовый класс играешь, я тоже его взял. Открой инвентарь, наведи на меч. Угу. Там будет написано ускорение, дает эффект скорости 3-5 секунд. Видишь, написано 25 звездочка и 5. О, тут враг, уже враг, здесь враг! Денис, помогай! Отстреливай из лука, из лука его отстреливай, это вампир, вампир, он нашу кровь высасывает. Я вообще не знаю, что здесь делать. Давай, боже мой! А! Меня убили, я сейчас тоже возьму какого-нибудь берсеркера, этому вампиру жопу надеру. Ой, их там. Стоп, а сколько у меня? Они бомбу несут, Денис, бомбу жизни, несут. Жизни сколько у меня? А, жизни, ну у тебя вот. А, тут бесконечно. 15 секунды распавна, да? Главное, чтобы они просто бомбу не донесли до нас. Да, видишь, у нас жизни справа написано. Они бомбу несут, боже мой! Я не могу ничего сделать, я еще мертв. А они принесли бомбу. Все, что ли? А нет, у нас одну же. Мы тут надо 3 раза бомбу нанести. Денис, помогай, ну может момент убивает. Убиваю. Ух ты, его как откинул. Я его откинул с мечом, я же танк. У кого бомба? Все. Бомба, а он в TNT в руках несет такое. А, окей. То есть это дают рандомному игроку или как? Нет, там в центре карты ее нужно получить. А жизни не регенится, как я понял, смотри. А у некоторых классов регенится, у некоторых нет. Есть берсерк, у него, например, не регенится. А смотри, сейчас, Андрей, я тебе покажу. Ты как. Не, в жизни Red Blue, видишь. А, это нет, смотри, сейчас не выходи, а ладно, потом покажу. Когда нажимаешь на Shift, там выбор класса, на них наводишь, написано, какие у них способности есть. Также на своем оружии, у тебя, когда ты бьешь противника, смотри, когда ты бьешь противника, у тебя начинает регениться уровень, ну, то есть левел, как в Майнкрафте обычно, а да? А типа, вампиризм, что ли? Не-не, это позволяет тебе использовать разные абилки. Например, у тебя на мече, да, когда ты держишь меч в руках, у тебя будет 50 уровень, да, ты нажмешь Q, у тебя на 5 секунд врубится скорость 3 уровня, не 2, не 1, 3. Угу. То есть ты будешь бегать как угорел, 5 секунд, и за это время ты сможешь, например, бомбу принести. А видишь, я в инвизе, да? Вот видишь, бомба появилась, ее подбегаешь, нажимаешь ПКМ и доберешь. Топа, а ты в инвизе, у тебя класс такой, что ли? Да, у меня убийца. И у меня, короче, смотри, знаешь, Никимара в доте? Угу. Я в спину бью в 5 раз больше урона. А, понятно. Круто, да? Сделано. Круто. Так. Аккуратно, сейчас... ой, да, химик, он стреляет зельями из лука. Ой, а я сейчас Q нажал, и чего меньше? А, у тебя энергия была 50? А, ну, прям 50 там прочитал? Да, ну, ровно 50. Вот видишь, алхимик, он крутой класс, он стреляет из лука разными зельями. Смотри, а у меня сейчас повышается до 12 уровня, повысилось. Это значит то, что ты был в бою. Либо нужно кого-то бить, либо если убиваешь, дают много очков. Если просто бьешь, дают нормально. Ой, там уже чего-то забыл. Я поднимаюсь на мост, я в инвизе, мне нужно как-то пробирать так без палева. Так, я его бью. О, вижу, у меня левел набирается. То есть, когда будет 50, я смогу активировать свою способность, да? Да, меня убил алхимик, другое зелье кинул. Оп, а этих можно вниз скинуть, да? Этих чуваков, да, попробуй, конечно. Так. А лук у меня есть какие-то способности определенные или нету? На луке? А ты наведи на него. Если ничего не написано, значит нет. А нет, ничего не написано. Когда умрешь... нажмешь Shift на респавне, у тебя как тебе присесть, да? И у тебя там будут все классы, там написано, какие вообще способности у тебя могут быть. У базового класса есть ускорение за 25. А нет, не за тебя было за 50 энергии, за 25 ускорение юзается. И если же видишь мешочек у тебя с конфетками, да, такими, при 50 энергии, если ты его заюзаешь, то у тебя будет регенерация. Я не вижу, я уже все, я умер. Так, сейчас я жду, пока восстановлюсь. О, команда, блю, очков, жизни. Прикольно. Так, подожди, а этот TNT-то он лежит в центре карты же, получается, да? Да, ты его сейчас стоишь на спавне, стоишь, нажмешь, ты вышел со спавна. А, да, вижу, уже. Вижу, вот мешочек у меня, да? Да, вот. Мешочек, когда у тебя будет 50 энергии, то нажимаешь Q, и у тебя регенерация идет на некоторое время. Это как бы, как у тебя как будто бы таблетки с собой есть. Вот. А, на мече, если нажмешь Q, 25 энергии все-таки надо, 25, я тебя обманул, не 50. 50 это на регенерацию. Я просто неправильно прочитал скилл.
Ой, я вижу TNT, то есть я могу его еще взять. Да, но как мне взять? Правую кнопку мыши нажмем. Кто другой? А, я его вместо какого-то взял, меча. Да, так а все, нельзя, бомбинг только с этим... А чего у меня полностью все в бомбах стало? А, да чтобы ты не обузил. А, окей. То есть, бомбермен может только... То есть у меня только бомба. Я тебя спасаю, убей, его убили, отлично, я убийца, я его убил. Пойдем, отлично. Еще один убийца, здесь еще один убийца! А, все, меня убили. Это убийца был, он из инвиза вышел. Короче, смотри, убийца как работает, как Рики Марл, грубо говоря. Ты в инвизе, да? Когда начинаешь кого-то атаковать, ты выходишь из инвиза. А убийца это что? Я хочу тоже убийцу выбрать. А я тебе XP забыл опять дать. А, окей, кого я могу выбрать тогда? Воин. Или я никого не могу пока выбрать? Кость. Ты пока никого не можешь, ну ты shift нажми. Некоторые классы здесь в отличие, вот знаешь, в некоторых серверах в чем минус, да? Классы, например, только за это, только за экспу, там, за коин и так далее, да? Угу. У нас некоторые классы можно открыть за ачивки. А, например, значит... ты убил тысячу этих убийств сделал, да? Угу. И это... А я возьму... А, вот все, у меня TNT, отлично. Так, ну что, давай прорываемся, я взял TNT, мне надо попробовать его поставить. Меня убили. Сейчас, пока я, кстати, возрождаюсь, я попробую дать тебе XP. Вот что я попробую. Окей, давай. Так, они там разберутся, нет? Ладно, пойду на их базу встану и попробую. А, почему я просто взял и на... ну, сюда отправился, Костя? А, тебя мог убийца убить, понимаешь? Убийца не... А, они подходят со спины. Да, да. Самый крутой класс против убийцы — это танк. У танка, знаешь, какая есть пассивная способность? То, что тебе за один раз не могут нанести больше урона, чем 1/3 хп. То есть не ва... А если и класс снайпера? А, ой, нашел тебя, слышишь, я тебя нашел. У тебя фрикспи 24, если тебе дам 100 тысяч. И следующее... Да. Немного? Тебе хватит на 4 класса. А, ладно. Вот, так, у тебя сейчас пока, скорее всего, его еще не появится, но у тебя появится, как только ты перейдешь на сервер. Ну, это, наверное, нам сейчас одну карту сыграем, вот эту вот, да, быстренько. Да, я думаю, уже, в принципе, я хочу... Просто иди ко мне, давай попробуем пронести. Пронести, так я убийца, я буду сидеть и убивать их в спину, когда они будут к тебе идти, понимаешь, я... Ну, да, и подбегай ко мне, давай. Я предлагаю, давай сейчас попробуем, я короче, беру, пронести, если сейчас не получится, пойдем на... попробуем в захват флага поиграть. Так, я бегу, давай, ты сейчас должен этого... А, у тебя погоди. Один раз инвиз работает, да? Не, убивай его быстрее! Тут еще один убийца был, я его убил, тут второй убийца был, понимаешь, я не мог... видишь? Нет, я их не вижу, просто он побежал. Он побежал. Знаешь, у убийцы есть такая штучка, а когда они бегут, у них там видно... Кстати, попробуй взять другой класс. Нажми shift и выбрать другой класс. Лучник, к примеру. Я не знаю, как понять, что я взял. А, ну, попробуй, ты когда появишься, у тебя другой эквип будет. И по-другому хп. Нет. Попробуй еще раз. А вот да, ты смотри, ты танка взял. Да? Все, я танк, окей. Я еще давай... найду. А, вот даже нельзя спринтовать, ну у тебя тяжелая броня, смотри, сколько у тебя хп. О, да, очень много. Сейчас я объясню. У тебя... Давай, иди со мной, сейчас я буду танковать. Так, мы два танка, чувак. А, мы два танка, окей. Быстрее за тебя, вернись. Ну-ка. Нифига, тоже медленно очень идешь. Да. Есть классы, которые очень быстро бегают, например, скаут. У него, кстати, знаешь, есть... Вот видел он только что при спуне притянулся к дереву, да? С помощью лука. Видел, не видел? Видел. А это, короче, есть такой специальный лук с канатом. Ты, короче, стреляешь, и если ты играл в Террарию, там такая кошка была. Вот, по такому же принципу работает. Да, кстати, когда у тебя будет 50 энергии, ты наводишь на противника, да, нажимаешь Q с мечом в руке, и его станет. О, круто. То есть он ничего не может делать, он стоит на месте и даже атаковать не может. Давайте, берите этот. А, вы там сражаетесь, сейчас могу. Да. Я не могу быстро подбежать. Да, кстати, когда бежишь, постарайся бить воздух вокруг себя, потому что бывают всякие эти убийцы. Инвизники? Да, убийцы. Тут видишь, Рики Мару-то такие, популярные классы у людей. Кстати, да, если ты смог взять класс, значит, это значит, что ты сейчас можешь убирать любые классы. Из-за того, что мы недавно только апдейт сделали, да, сейчас все классы бесплатные. О, круто. Так, мы этих скинули, смотри, как классно. Да, поиграй, знаешь, за кого? Поиграй за ниндзю, например. Подожди, бери. Кто-нибудь, берите TNT. Я уже умер. Меня все били, тоже все думают. Знаешь, это типа, летсплейщик, нужно его убить. А, о, у меня 70 экспы, так, могу на Q нажать, и у меня застанется противник, да? Отлично. О, да, да, отлично, Денис, если ты понимаешь. Я так говорю, специально, что у меня драконы. Да, драконы, у Дениса просто драконы поселились, вот, и сейчас с этим много проблем. Ты их слышишь? Ну, сейчас, немножко. Ой, я застанил, отлично, застанил. А сколько секунд он действует? Полторы, но за это время у него там еще дизейблы идут. Ну, нормально.
Нормально, так. Итак, какой класс? Какой бы класс использовать? А, ниндзя, говоришь? Не, давай не ниндзя, возьми лучше какой-нибудь посильнее класс. Берсерк, он очень быстро бегает. Если Берсерк, ты бьёшь... окей, взял его. У тебя очень мало хп, тебе нужно просто бить первым. Понимаешь, если ты бьешь, да, тогда ты убиваешь. Если ты не бьешь, тогда тебя убивают. Но у Берсерка есть такая классная штука. Если ты убьешь, короче, если накопишь 100 энергии, да, у тебя автоматически активируются очень жесткие бафы, там сила 2, скорость 3. Нет, то есть мне надо с толпой ходить постоянно, понятно. Да, может толпой. Я буду бегать, знаешь, за кого я буду бегать? Так за... А ты еще мертвый, что ли? Да, я мертвый. Давай поиграем. Давай, может, поиграем в захват флагов, чтобы разнообразить, показать, что есть другие карты, есть другие. Да, режимы. Но мы вот это должны, да, давай же доиграем. А, да, этот мы долго не доиграем. Здесь, видишь, просто в чем проблема, что никто таки не может флаги донести. Это вот минус этого режима. Флаги, а... Да, бомбы. Здесь, видишь, мы играем не какой-то слаженной командой. Если мы играем слаженной командой, мы бы легко бы донесли. А так это очень тяжело сделать. Давай, я сейчас за. А я нормально, я добежал аж до их базы. Да, сейчас. Тинти быстрее. Тинти, неси тинти, он несет тинти уже. Ой, слушай, на берсерке я почти 100 уже накопил. Да все вот. круто чуть-чуть осталось. Я буду просто сильным. Сейчас донесем, Костя, не надо мне тут. Сейчас донесем. Меня убил алхи, сзади убийца убивает всех в спину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас я. О, 100! Нажал на Q и чё? Не надо Q нажимать, просто бей. Тебе нужно один удар сделать, он активируется при ударе противника. А, окей, все, я нормально, я просто их уничтожаю. Оп, умрите! Ух ты. Вы все убежали, вы поставили хотя бы эту фигню? Я не знаю. Бомбу нет. Ах вы гады, а? Что, ты, ты всех уничтожаешь, да? Я выжил, чувак, я выжил. Нам чуть-чуть осталось. Нам Ред, у них 19 жизней осталось у базы. Все. Давайте, сейчас надо кому-то тинтишку взять и все пробраться, Кость. Опа, меня. А, меня сейчас спины убили, блин, обидно. Да, как кстати, у тебя знаешь, в чем еще минус у берсеркера? По тебе лучники стоишь, у тебя кольчужная броня, да? Это то же самое, то, что, кстати, мне соседи тоже начали драконить. Я вот сейчас услышал. Вот, в общем, у тебя кольчужная броня, видишь, здесь все сделано более-менее, ну, я не скажу, что реалистично, да, но мы постарались сделать это как бы круто. То есть, например, у тебя кольчужная броня, да, то есть, по логике вещей, стрелы у тебя пробивают лучше, то есть, у тебя дырявая броня, грубо говоря. Вот, и по тебе, например, лучники очень много урона бьют по берсерку. Вот, а есть такой класс, как снайпер, у него есть пассивка хедшот. То есть, если ты в голову попадаешь противнику, да, то ты его сразу же убиваешь. Всех, кроме танка. У танка, я тебе уже говорил, что у него максимальный урон за раз, это 1/3 хп. Такие вот дела. Понятненько. У меня опять самый первый класс выпал почему-то. Наверное, потому что никого не выбрал. Ну что ж, блин, ух, как дома жарко. А ты не знаешь, скоро будет еще реализована такая штука, как кланваровые режимы, потому что вот собираемся это сделать. Там уже будет, знаешь, все строго сделано. Там, например, будет на команду один алхимик, там, два убийцы, там и так далее. И можно будет играть только кланами, и за это будет очень много очков получать. Ну и помимо очков там разные плюшки, бонусы и так Кость, далее. Кость, ты чего убежал? Давайте сливать, блин. Пожалуйста. Я за скаута играю, мне тут как раз таки. О, убийца здесь бегает. А, думаю, я тебя не замечу, да, скотина убил его. Он, прикинь, спрятался. Чувак просто шел исчез, это так классно. Это может быть ниндзя, он может телепортировался. А, блин, круто. Так. Ну все, мы практически дошли до их базы, сейчас. А, у кого бомба-то в руках? Бомба-то у кого в руках? Я не знаю. О, тебя убийца убил! Я прямо видел, как он тебя убил, прикинь, прямо при мне он тебя убил, я его пытаюсь убить. Блин, я тоже тогда убийцу хочу. Как там, какой там, как он выглядит? А у тебя стрелы в тебя не торчат случаем? Нет, лучник, берсек. А где убийца? Убийца, во. Все, я поставил. Я сейчас убийцей буду играть. Так, я сейчас невидимый, да? Ага, я невидимый. И я выйду из инвизы, когда что произойдет? Когда я начну. Когда ты начнешь убить кого-нибудь. Окей, и снова в инвиз я не зайду больше. Вот зайдешь через 4 секунды. О, тогда вообще круто. Чистерный класс, эй. Тогда все за него играют, потому что он бесплатный. А есть такой класс, короче, вампир. У него есть такая штука, как фехтование. То есть, смотри, когда тебя бьет противник, да? Ты нажимаешь кнопку мыши, и если именно в этот момент у тебя пытался ударить, да, вот, тогда ты блокируешь удар, и ты становишься бессмертным на 4 секунды, ну или там, на 3 секунды вроде. Фига, а у этого всего 3 жизни, я смотрю, смотри. То есть тут нужно уже, видишь, уметь правильно... А все, мы победили. Мы победили? Да, еще осталось одно очко заработать. Видишь, это слева написалось Red 0 из 2, Blue 1 из 2, да? А что заново запустилась игра? А, так это вот, типа, это, ну, не за... она недавно запустилась, типа, вот, арена откатила, что, типа, одно очко. Давай у нас тогда есть. Следующую попробуем. Да, сыграть. давай, напиши слэш лив, леви. Ой, вол, я неправильно писал. Что? Что не так пишу? Лел. Посмотри, как я написал в чат. Так, я так же писал, вол. У меня что-то не сработало. Так, я ливнул очку дальше. Так, теперь обратно в черный портал. В черный, окей. Так, теперь видишь, короче, есть карта такая. О, она как раз закончилась. Ты же вот, ты где находишься?
Я не знаю, где бегаю. Какую карту заходить? Видишь, что это флоу, вот эту арену, где я стою? Ага, забегай, быстрее, быстрее забегай туда, быстрее забегай, ну, внутрь, забегаю, быстрее. Забегаю. И на второй портал сразу же, быстро беги, быстрее, а то... Все, я зашел, я красный, походу. Я так, синий, я походу, красный. Я синий, да, будем воевать друг против друга, Денис, ну что ж, проверим. А что здесь надо делать? А здесь уже есть флаг, нужно флаг захватить. И все? Кар, это, знаешь, я тебе честно скажу, это одна из самых древних карт у нас на сервере. Вот этому серверу нашему 2 месяца, да, всего кристаллис, ну уже 3, можно сказать, скоро будет. Угу. Вот, и это этой карте столько же. Понятно. Так. И куда бежать? Просто беру флаг и забираю, да? Нет, ты, тебе нужно либо свой флаг охранять, тебе нужно... А я тебя вижу, я тебя вижу, я тебя вижу, Костя. Оп, получай, получай, Костя, 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 получай. Давай, давай. Вот, и видишь, нужно либо взять свой флаг, да? Угу. То есть вот, свой флаг охраняешь, а вражеский нужно донести до... До нашей территории. Да, да. То есть нужно дойти до вражеского флага. Угу. Понятно, понятно. Так, здесь можно тоже выбирать классы? О, также убийцы, все те же самые классы. Да. Здесь для каждой арены все те же самые классы. То есть, если ты купил где-нибудь класс, но неважно на каком сервере, то он у тебя на всех аренах будет. Угу. Так, все, тогда я побежал потихоньку за танка. Постараюсь тебя слить. А как флаг выглядит? Флаг, блок шерсти. И блок шерсти? Да, он там только стоит в специальной зоне. Они, базы, да, более-менее, они, конечно, не симметричны, но более-менее похожи. То есть, там можно отличить, где флаг, где не флаг. Понятно. Так, и куда мне надо будет поставить сел, захвачу? Меня убийца убил спин. Тебе нужно будет донести его до своего флага и нажать левую кнопку мыши по своему флагу. А, понятно, все, понятно. Ой-ой-ой, один танкует, это опасно, 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 опасно. Так, говоришь, у моего класса есть стан, да? У танка? Ну, когда 50 энергии накапливаешь, да, наводишь на противника, нажимаешь Q, у тебя визуально, ну, это как бы не видно, на самом деле. Вылетает небольшая маленькая стрела, которую никто не видит обычно. Так. Ну-ка, сейчас попробую посмотреть. Ну-ка, оп. Нет, я ничего не увидел. Офигеть, ты представляешь, меня целых 2 ульты кинули. Меня кинул убийца замедление, да? Mm-hmm. И танк кинул стан. Я просто за скаута остановился, такой думаю, окей, не уйду. Так, этот чувак, иди сюда. Слушай, мы потихоньку к вам прорываемся. Ух ты, меня убил убийца, походу. Так, я возьму кого-нибудь. Кого еще советую взять, интересно? Да убийцу попробую, убийцу. Тогда убийца с мечом в руках не ходи. Я уже играл. Я уже играл за убийцу. Ну ладно, давай попробуем. Так, идем. Видишь, у убийцы, когда с мечом в руках бегаешь, тебя видно только, когда ты меч достаешь. И самое главное, не беги. Старайся просто идти, когда ты бежишь, у тебя партиклы из-под ног. Это еще, это все нубские убийцы не знают этого и палятся тем самым. То есть, нажми... А я так и бегу. Эй, меня убили. Так вот, ты палишься из-за того, что у тебя партиклы из-под ног. Другие убийцы стоят и видят то, что у тебя партиклы. А, ну все, тогда я сейчас буду тихо идти. Окей, тихо иду. Тихо, сейчас ничего нету из-под ног, все, я настоящий убийца. Так. Но я до вашей базы даже не доходил, мне кажется, это нереально. Да нормально, вон некоторые из ваших убийц доходят, нормальные. Ну смотри, у вас жизни там... Ну слушай, а чего жизни-то вообще зависит, я так не понял. А жизнь это просто жизни команды, то есть если умираешь, на жизнь исчезает. Тут есть два вида побед, либо по жизням, либо по флагам. А, понял, желательно меньше умирать, да, еще? Ну это да, ну понимаешь, если ты флаг достанешь, это будет как будто бы ты убил 90 противников за раз. Окей. А как что бы... это 999, это что такое? Меня это... убили как-то. Что это 999, что это такое? Хрен его знает. Ну ок. Это просто роковой год, можете не верить, 1999, ну неважно. Окей. Эта песня была такая у Сектора Газа, что ли, вроде? Сектор Газа слышишь? Ужас. Ты что? Это в детстве было, в молодости. Ну ладно. Сейчас ладно. Я уже старик, мне уже 58 тысяч лет. Боже. Боже мой. Ох ты, а что здесь прыгать нельзя, меня застанило? Я еще видел, как ведьмы на кострах сгорали. Слушай, я сейчас прыгнул, меня застанило, это нормально? Это некоторые классы, у них есть КД на прыжок, чтобы не обуть. Знаешь, можно, когда бежишь, быстро прыгаешь, тем самым, даже если у тебя замедление, то ты быстро довольно-таки идешь, да? Вот, и тут есть специальные такие классы, за которые прыгать так много раз нельзя. Можно прыгнуть один раз, да, и все. Там, и 3 секунды ждешь. Окей, так я прорываюсь потихоньку на вашу базу. А я могу втихаря просто украсть его? Да, можешь пробовать. Слушай, так круто, я его спрячу в отдельный слот. Все, меня не видно, отлично. Я сейчас просто возьму и утащу его с флага. Мимо вас пройду. Я тебя видел, как ты пробежал только что по гравийной дорожке. Как ты это видел? Ты слишком быстро бежал. У тебя партиклы были. На шифте, что ли, идти? Нет, мне же просто идешь. Ты бежал, у тебя был спринт именно. То есть 2 раза вперед нажал. Так, все, аккуратно иду, меня не видно. Не видно, меня, пожалуйста! Знаешь, как страшно, я между вами просто иду. Так, все нормально.
Иду, тихо, втихаря, меня никто не видит. Сейчас я стащу вас, сейчас стащу, тихо. Слушай, у нас тут инвизников очень много наших у вас на базе. Так, а где? Я все, я на вашей базе, где лежит? Он в левой части карты, там такой, короче, под ним обсидиан и сам флаг, он такой синяя шерсть. Так, я его не вижу. Вот я, а где вот от точки спавна? От точки спавна, где ну, это? Просто идешь в противоположную сторону от точки спавна. Слушай, я не вижу. Побегай по лагерю, найдешь. Лагерь не такой уж и большой. Ух ты, при мне только что чувака убили, я прямо обкакался, я думал, меня убьют. Фу-ху-ху-ху. Я по лагерю, я вижу у вас какие-то вот казармы здесь, а я не вижу больше. Ну, поищи, я его нашел! А, зачем я тебе сказал? Да, зачем ты мне это сказал? Я его спер. А я тебя убил. Ты урод! Я, блин, я чё зря старался, я так тихо шел там про... Ну все. Это было... Денис такой наивный просто, мистер. И при сегодняшнего дня мистер наивность получает Дениска. Все, я теперь больше тебе не скажу, где я. Я на тебя нападаю, вот, я стою, прям тебя бью, вот, все. Так, черт, надо потихоньку прорываться. Потихоньку. Мне эти видно штуки, но ладно. Ладно, рядом никого. Я могу прорваться. Ну все, чувак, вам капец. У вас 7 жизней все осталось. Так что... Да, мы проиграем, скорее всего. У меня команда слабее, чем у тебя. Я потому что качок, вообще не надо. Сейчас ой, я качок-то. Прорвусь. Так, отлично, я на вашей территории. Все. Я даже буду представить, какую гирьку ты поднимаешь. Затралено. 2-килограммовую, это что, я тащу ее просто. Так, прохожу, тихо. Я не скажу, где я прохожу по мостику. Так. Наши ребята тащат ваш флаг. Боже мой, нашего чувака с флагом пытаются убить. Нет! Его. Почему мне сейчас? А, потому что мы проиграли. Вы выиграли. Ну ладно, блин, я так не дотащил этот флаг, но это очень интересно, так потихоньку. Давай ливнем в лобби, я еще кое-что тебе покажу последнее. Ливни слэш лифт напиши. Ага, так в черную захожу. Я в черный, все. Да, в черный, видишь, у тебя золотой зуб. Нажми ПКМ на него. И опять же статистика, сколько у тебя XP, сколько боев проведено, побед. О, 6 убийств, 430 смертей, так побед, экспа 340. Победа у тебя пока что 0, да, получается? Потому что мы. Побед, да, 0, почему? Потому что мы с тобой не один раунд до конца не доиграли. Нужно в каждом раунде там 3 матча отыграть, там 4, там. А, нифига себе, ну ладно. Вот. Убийств, смертей, и когда у тебя, кстати, будет побед, хотя бы 1, 2, 3, там еще будет в скобочках статистика нарисована, процент побед. Mm-hmm. То есть, например, у тебя будет там побед там столько-то, и там тебе будет еще учитываться процент. То есть, например, у тебя будет винрейт 60%. Mm-hmm. Некоторые кланы, которые у нас здесь играют, они такие отбирают все этих членов клана. 60% ну ладно, тогда на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ставьте лайки, если вам понравилось. Да, ребята, ссылочка на сервер в описании. Там есть сайт, зайдете, все, сами уже разберетесь, кому интересно было. Но это мы с вами прощаемся. Всем удачи. Всем пока. Пока.